же так-то? Ты со своими документами в суд приди! Да я-то приду! Приди! Ну, видишь ты, блядь, приходи! Да приходи, а что ты две недели не ходишь? Да попробуй ты, блядь! Да, без проблем! Разбиватель хуев, блядь! О, Витя, орел! Орел! Ну что вы, блядь? Я твой. Поганый! Закрой! Улыбнись в камеру, парень! Улыбнись! Улыбнись! Шире улыбнись! Да шире улыбнусь! Улыбнись! А что, больше? Шире вы тут, блядь, собрали-то эту прикинтовку на них наезжаете! Какую прикинтовку? Где? Ты сожжение-то ликвидировал? Ты ликвидировал? А вот такое видел! Ух ты! Да! А покажи! Покажу, блядь! Покажи! Хули вы на них наезжаете, блядь? Они все тебе! А ты что, бардак? А ты подруга, что хочешь? Собираешься? Ты подруга, что хочешь? Собираешься? Какие, блядь, документы? Покажите, нахуй, что вы ТСЖ ликвидировали. Какой договор? Засуньте его себе в сраку, блядь! Твою? Сверните и засуньте. Тихо, тихо! Хорошо, Таня! Снимайте, снимайте! Давай, нахуй, ты сейчас отсюда уебок! Отойдите! Не разота ебаная! От гандона слышу, понял? От пидораса, блядь, слышу! Смотрите, да вы нахуй! Отойдите! Это попробуем, нахуй! Отойдите! Поберушка! Какие у тебя документы? Покажи документы! Бюллетени покажи! Покажи! Ты даже в суд не или только член можешь! Покажи! Покажи! И мы отстанем! Бюллетени покажу! Только не тебе покажу, а где надо? А где? А ты туда не ходишь, куда надо! Центр продсервис! Четкий контент! Никто! Со своим, блядь! Ну, что собственники? Че ты мозги-то и наебываешь, блядь, людям, а? Че ты пиздишь-то, блядь? Че ты пиздишь-то людям-то? Я с тобой так только и разговариваю. Да, как ты разговариваешь, так и я с тобой. Да, парень, завтра же все это будет по телевизору, да. Постоянно. Что? Вы тоже так говорите? Как денег хочет. Тебе деньги нужны, да? Алло, ты, Смирнов, тебе деньги нужны, да? Тебе деньги нужны? Ублюдок, блядь. Уходи отсюда, нахер. Тебе деньги нужны? Иди отсюда. Поберушка ты, поберушка. Татьяна Анатольевна, вы совершенно ошибаетесь. Все документы у нас на руках. Ликвидация не произведена. Покажите, пожалуйста. Нет. А ты кто такой, чтобы тебе что-то показывать? Иди в жопу, потому что это решение ваше фальсифицированное. Вы его оно будет обжаловано. Да. Оно вступило в силу? Хоть одно вступило в силу? Ошибаетесь. Ошибаетесь. А почему? А я нахеру ваш видел суд, вот этот самый гуманный. Я нахеру видел. Ты посмотри, что это. А потому, ваших мразотных судей, которые выносят заранее неправосудные решения. Я знаю. Я россиянин, но ваш этот мразотный суд, который выносит. Ваш мразотный суд выносит эти решения, которые будут обжалованы. Будут. Да, секундочку, все слышали, да? Жители мрази, суд наш мразот, суд а ваш мразот. Я не говорю, что хороший, но вот эту гадость, которую вы слепили, ее не будет. Я не дам этого сделать. Я не дам это сделать. Потому что все документы есть. Да ты добьешься. Кому надо, тому я показал. Себе в туалете показал. Себе себе в туалете покажи. Я в 4, я возле этого. С вашим судом, который, блядь, а заранее выносит неправосудное решение. А мы прямо в суде покажем. Я везде уже написал, что выносятся неправосудные решения. Все против Вити. Где вы бегаете и шопу им лижете? А ты на них обращаешься. Что? Ты кто такой? Я вот... Ты вот кто? Вот и иди туда, родной. Да ты чего? Да. Куда хочу? Туда хочу. Здесь тебе нечего ляскать. Я вообще-то житель здесь и собственник, да. Тут Витя, царь и бог, слова никому нельзя. А ты иди туда, родной, понял, да? Ты уж не житель. Я не пуф.
Да ты здесь. Я председатель ТСЖ вообще-то ищу. Двое. Вы свою тут прикинтовку тебя, собрали? Тебя нет, нифига. Прикинтовку? Да это жители этого дома. Это прикинтовка. Я сам тебя выбрал. Я председатель его. Ну давай. Ну давай. Что ты, блядь, над людьми издеваешься? Ты уйди. Тебя просят. Тебя просят. Уйди. А он не работает, Гена. Куда он уйдет-то? Он не сидит работать. Ему деньги надо. Побираешься. Не работаешь. Ты побираешься. Поберушка, блядь. Ты поберушка. Ты уговор. Он со мной не расторгнут. Я здесь действую. Скажи, где я председатель буду делать? Скажи, пожалуйста. Какие люди? Большие люди. Какие большие люди? Вот вы не выбирали. Ты сам себя выбирал. Ты работаешь. Ты выбираешь старшего дома. Ну не председатель. Не старшего дома. Не старшего дома. Никто тебя не выбирал. Мне это все сделано за 2 года. Ну нет, ты сижишь. Хорошо. А насчет дома платить? Я этот парень не стою, ебать его никак. Возьму за плотью все это. Я еще раз говорю. ТСЖ. Суд будет. ТСЖ. Он ничего не показывает. Он туда не ходит на суды. Он везде боится. Прошло 5 судов. 5 судов прошло. Он ни на один не явился. Ни на один. Какая ты старше дома? Сама себя назвала? У меня есть бюллетени голосования. Покажи. Документы покажи, что ты нарисовал. Что вы говорите? Поэтому, мужики, я вам говорю, вот сюда ни копейки не платите. Кому нужно, тому ни копейки не платите. Народ идет к вашему лазерке. Надо. Ребята, Гусов побирается, ходит. Ну вы ни копейки не платите. Вот это. А он чисто побирает. Леди и джентльмены. Все понятно. Все понятно. А вы меня тоже знаете. Учтите, он очень пакостный. Вот, на день не жители. В чем мне делать?